Региональный оператор по вывозу мусора играет важную роль как в городе, так и в сельских поселениях. И поэтому к работе специалистов Экотехпрома было повышенное внимание с самого начала работы. В ходе переходного периода этой компании пришлось преодолевать немалые трудности, но в настоящее работа стабилизировалась. О том, как сейчас обстоят дела в этом плане, смотрите в нашем репортаже. Более полутора лет прошло с того дня, когда компания «Экотехпром» начала работать как региональный оператор в крымской зоне деятельности Краснодарского края, в том числе и в Славянском районе. Переходный период был непростым и вызвал много вопросов как у администрации поселений, так и у жителей. Были проблемы с определением платы за мусор в соответствии с реальным количеством проживающих в квартире или доме, а также большие очереди на прием к специалистам компании. Помимо этого, возникали проблемы со своевременностью вывоза мусора. Сейчас, благодаря совместной деятельности всех уровней власти Экотехпрома, удалось наладить работу в плановом режиме. Региональным операторам были установлены современные контейнеры, что способствует постепенному уходу от помешочного сбора мусора. Раньше жители, особенно в частном секторе, чаще всего выносили пакеты с мусором и оставляли их на улице. Затем проезжала машина, и рабочие просто собирали все это в кузов. Это не совсем удобно как людям из-за привязки ко времени и дню недели, так и компании по причине повышенной трудоемкости сбора. К тому же из-за растаскивания мусора из пакетов с собаками создаются дополнительные проблемы. Мы вместе с представителями городской администрации проехали по целому ряду контейнерных площадок, как в центре Славянска на Кубани, так и по его окраинам. В целом работа сотрудников идет четко, они по установленному графику подъезжают к площадкам, опорожняют контейнеры, подчищают остатки мусора рядом. На данный час, вот сейчас 8:30 утра, улица Школьная уже убрана, микрорайон Южный, мы сейчас с вами проехали, убраны. Также ведется уборка крупногабаритного мусора. Но на сегодняшний день проблема у Экотехпрома в том, что у них машина, которая вывозит крупногабаритные отходы, крупногабаритный мусор, она сломана. И вот сейчас мы с вами тоже видели, что своими силами люди мультилифтом, у них специальный автомобиль мультилифт, убирает вот этот крупногабаритный, плюс добавок еще возит машина, автомобиль этот, который берет лодочки. Мы видели бункера 8-кубовые, он подъезжает, их переворачивает и увозит этот, ну, крупногабаритный мусор забирают. Так пока на сегодняшний день Экотехпрому таких проблем еще нет. Пока с ними комфортно, удобно с ними работать. Контейнеры предназначены только для сбора твердых коммунальных отходов. Но ряд жителей считает, что можно выбрасывать практически все, от веток до старой мебели. Если контейнер стоит для ТКО, но не надо туда нести шины, не надо туда нести ветки, там, холодильники и все остальное. Это поставлено специально для ТКО, что человек собрал бытовые, ну, пищевые отходы и принес, положил себе в контейнер. Все. Экотехпром забирает мусор из контейнера в городе ежедневно, а на ряде контейнерных площадок и дважды в день. Экотехпром, помимо всей уборки города, он 15 контейнерных площадок убирает дважды. Это, то есть, ориентировочно после 15:00 заходит в эти ряд контейнерных площадок, убирает второй раз. Это все многоквартирные дома. Это Комсомольскую батарейную, батарейная 258, 7 ветров, ну вот улица Проточная, Победы 22, совхозная 42, также совхозная 75, городок, где многоквартирные дома, чтобы при утренней уборке не было уже тут перенаполнения контейнеров. То есть было принято решение работать так. Есть еще и специальная бригада от города, которая объезжает контейнерные площадки с целью наведения там порядка. 6 человек в бригаде. Специально муниципалитет заключает контракт, платит за технику, чтобы эта техника могла и там и субботу, и воскресенье, и в любой день. То есть у нас свой маршрут по всем площадкам объезжаем. Все 64 площадки мы объезжаем ежедневно. И также я вам говорил, что человек ежедневно мне ездит по всем площадкам, подметают. Вы видели сейчас своими глазами. Переход от помешочного к контейнерному сбору мусора не всегда нравится тем жителям, когда контейнер размещается рядом с их домовладением, что создает определенные неудобства. Они чистят усердно огороды, чистят все коробки, все вот это вот, всю эту свою обувь, всю перебирают, всю вот это вот мешки трамбуют и выносят сюда.
Ряд стоит обуви, выхожу. Сосед вынес матрас, говорит, а это свалка. У меня есть, я снимала, привез, холодильник купил, наверное, шифонер. Вывез вот такую гору. Ну, единственное, мужчина ездил, едет, говорит, мне картон надо забрал. А так он говорит, а это свалка, говорит. В Анастасиевском сельском поселении, где помимо станицы Анастасиевской есть еще 4 хутора, причем самый отдаленный в 19 километрах от центра станицы, а в хуторе Урма всего 17 домовладений, расположенных на расстоянии в 3 километра. Все эти сложности нужно учитывать при организации сбора мусора. Это порядка 3-4 месяцев у нас происходила притирка в прошлом году. Были проблемы какие? Были проблемы по графикам. Потому что были проблемы, самая большая проблема – это по базе. База была сформирована, насколько я понимаю, из нескольких источников. И та база, которая у нас находилась у контролеров от чистого города, вот, она не была использована. Я считаю, это было большой ошибкой, потому что она была отработана годами. Но руководство Экотехпрома пошло нам навстречу, и на протяжении практически полугода у нас работали 2 представителя за заработную плату, которую оплачивал Экотехпром, и они сглаживали те проблемы, которые возникали у нашего населения, а именно это количество состава семей и в той или иной мере это оплата за ТКО. Сейчас постоянного представителя Экотехпрома в Анастасиевской нет, но он нужен, считает глава поселения. И моя просьба все-таки одного представителя в поселении оставить, и у нас есть для него рабочее место, где он может располагаться и принимать жителей. Второе, конечно же, проблема по мешочному сбору. Графики в настоящее время, я считаю, соблюдаются. За 2 последних года мы приложили максимум усилий. Нам и район очень серьезно помогал. Мы практически сейчас не имеем проблем по проезду. Там, где были грунтовые дороги, там, где были проблемные места пересечения и места для работы спецтранспорта, это Экотехпрома, мы эти вопросы решили. Устанавливаются новые контейнерные площадки. В прошлом году 6, в нынешнем году 9. Жителям они очень нравятся. Еще глава поселения уверен, что здесь нужен для сбора мусора не такой тяжелый, как сейчас, а более легкий автомобиль, чтобы не разбивать гравийные дороги. Есть проблема и с крупногабаритным мусором. Считаю, проблема в том, что 5%, которые заложены во всех нормативах, для нас это очень мало. Ну, если исходить из Анастасиевского сельского поселения, это 16 метров кубических за неделю. Это крайне мало, и мы в этот норматив не укладываемся. Я считаю, его надо пересматривать в сторону увеличения. В целом идет конструктивная работа. Администрация сельского поселения находит общий язык с представителями регионального оператора. Конечно, проблемы время от времени возникают, их нужно решать совместно и оперативно.